Всем привет! Вы на канале коллекционеров и любителей кукол Клоус Сюрприз. С нами сегодня ведет распаковочку Маша. Всем привет, привет. Так, и у нас сегодня первая часть. Два мальчишки из Аркады, герои Аркады. И у нас попались вот такой зеленый мальчишка. Что же тут пишут? Как его зовут, я не знаю. Наверное, это будет написано на бумажечке. Наверное, там. Ну, это первая часть. Второй у нас еще нету. Вот этот шикарный мальчишка просто. Маша, тебе какой больше нравится мальчик? Синий. Синий, вот этот, и да? И зеленый. Ну, первым какого мы будем открывать? Синего. Вот этого. Маша выбрала первым открывать вот этого. И зелененького, значит, мы отставляем в стороночку и приступим к распаковочке первого мальчишки. Очень красивый мальчик, очень такой у него внешность. Такая очень интересная, он, по-моему, не похож ни на кого. Так, сейчас мы с вами раз... Похожи на робота настоящего. Да, они все похожи на робота. У них красивые костюмы. Ага. Космические, да, Маш? Да. У нас есть девочка. Нам повезло. У нас есть розовый мальчик и девочка. Да? Они нам пришли с Амазона. Просто нам кто-то очень нас пожалел и прислал самых красивых куколок. Но оказалось, что вот этот мальчишка синенький, он очень красивый. И нам повезло, нам его подарила Вика. Это Викин подарок. Наша подруга Вика нас любит баловать подарочками. Так, как, что у нас тут еще? Вот они любят как позапаковывать. Вон как крылась еще наверху. Да. Почти. Сейчас. Может, да, где-то. Наверху. Нет, сейчас мы с тобой поймем, где она. Да. О, вот так. Боже, как красиво. Я же сказала, что это очень красиво. Это вот такой вырезает. Маска. Это игровой автомат, это такие герои, у нас есть розовый мальчишка и девочка. Девочка моя любимая. Да, такая. Твоя любимая. Вот такой красавец. Значит, так, и что? Так, коробочка, ага, вот пакетик. Надо не забывать, что здесь есть пакетик, он приклеен на коробочке. А тут как раз можно и выбросить. Здесь копеечка для автомата. Красивый такой, в виде как джойстик такой сделан пакетик. Так, открываем. И там у нас монетка, с помощью которой мы откроем наш автомат. Так, вставляем. Так, давай. Опа, раз. И два. Ой, ну ничего. Так, вот такая красота у нас тут. Волшебный скафандр. Сейчас мы с вами откроем это все дело. Хорошо, мы взяли ножницы. Ох, они любят все позапаковывать, конечно. Ну ничего, сейчас все распакуем с вами вместе. Не испортить робота, да? Нет, а главное не испортить робота. А они уж любят упаковывать этих мальчишек. Да, что-то они хотят, чтобы мы тяжело делали. Так, вот так выпал. Так, аккуратненько вытаскиваем его ноги. Там голова видно. Так, вот такой красавец. Яркая такая, у него очень красивый шлем блестящий. Такие маленькие крылышки. Да, крылышки. Такие маленькие морозики. Вот такой красавец. Да. Так. Стой, мы сейчас посмотрим, значит, Атомик, как-то так, фанбой,
Такой любитель пиццы, не знаю чего еще, ну, такой герой аркады. Так, есть у нас бумажечка. Вот такая крутая, крутая, ну, коллекция. Ну, я получила первых двух, прям вот девочка, прям любовь-любовь, такая красивая, Infinity Queen, очень красивая девочка. Дуда, наш красавец. И сейчас у нас фанбой. И будет бодибру. Видишь? Будет бодибру зелененький. Так, а сейчас мы открываем с вами фанбоя. Так, фанбой. Стой, здесь красавец наш. Здесь у нас вот его волшебная тут его одежда. Так, ох, они любят намутить, накрутить. Так, оторвали. Так, все, достали. Вот его одежда. Автомат. Все, здесь бумажечка. Автомат мы закрываем. Так, все, стой, жди своей очереди. Так, вот такая красота у него. Сейчас мы с вами откроем. На красивой, опять-таки, такая красивая у них костюмы. Они показывают всех героев. Все вниз мы сбрасываем. Где наши ножнички? Так, наши ножнички. Все открываем. Так, 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 ботиночки. Укатилась. Ботиночек убежал прям. Да, так, ботиночек. Сейчас чуть-чуть вниз на камеру. Рубашечка у него очень красивая. Штанишки. Еще один ботиночек. Так, и остается, что у нас? Бутылочка. Такая классная бутылка. И сумочка. На пояс одевается сумочка. Так, все, это мы достали. И теперь мы с вами достаем пацанам. Так, тут можно очень аккуратненько открыть его, чтобы он у нас не сильно развалился. Так, рукава снимаем. Так, шлем давайте снимем, посмотрим на этого красавца. Вау, какой красавец. О, у него волосы такие красивые. Так, что тут у тебя еще? Опа. Давай мы как-то тебя аккуратненько-аккуратненько вытащим, чтобы не сильно все это разбирать. Ага. Оп-оп-оп. Так, обратно ноги зафиксируем. Так, все, мы сняли с него. Вот такой красавец. У него такая искра на футболочке. Трусики очень такие прикольные. Носочки. Такой готов уже переодеваться. Сейчас мы с вами сделаем, наверное, холодную воду и посмотрим, что у него поменяется. Здесь какой-то будет рисунок. Сейчас возьмем водичку. Мы набрали водичку. Водичку мы взяли горячую. В холодной ничего не происходит. И видите, у него на спинке появляется, точнее, пропадает такой рисунок футболочки. И появляется картинка. Такая кошечка и сердечки. Интересно. У него, по-моему, воротничок тоже, да, появляется, Маш? Да. У меня было, по-моему, красного воротничка. Ну, такой красавчик. Трусы ничего не делают. Не, ничего не делают. Так, вот такой рисунок появляется. Класс! Так, теперь давайте мы мальчишку оденем. Нет, у него красненькая не проявлялась. Красненькая так и была.
только рисунок на спинке появлялся. Так, штанишки очень симпатичные у него. На него, кстати, этот его прям наряд, ему очень-очень идет. Да. Его наряд. Идет. Совсем. Такая красивая. Красивый очень у него костюм. Он кареглазый молодой человек, темноволосый. И его наряд прям вот к нему, ему прям вот к лицу. Вот, вот такой красавец у нас получился. И еще пояс. Точно, Маш, молодец. Еще сумочка, я забыла. Так, красное еще мы надеваем. Красное что-то вижу и раз его видела. Так, сейчас зафиксируем сумочку. Сейчас, 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 не слушается. Так, все, одели. Вот такой парень. Такой классный получился парень. Маш, нравится? Да. Такой стильный, прям стильный. Так, вот такой прям красавчик с трусами. Трусы. Да, трусы у него еще есть. Так, вот такие у нас. У него такой костюм. Так, сейчас мы это все в сторонку убираем. Так, это все мы убираем с тобой, Машенька. И приступаем. И приступаем к распаковочке. Зеленого робота. Да, зеленого робота. Ждем его. Так, все, все убрали, все убрали, чтобы нам ничего не мешало. Так, быстренько распаковываем второго робота. И будет у нас красота. Так, мы распаковали нашего зеленого человечка. Вот такой он там красавец сидит, ждет, пока мы его освободим. Так, опять-таки здесь мы берем на коробочке, отрываем монетку. Так, в сторонку. Монетку. Пусть будет закрыта, да, монетку? У нас же есть монетка. Мы возьмем у этого монетку и открываем. Ой, убежала монетка. Опа! Открывается. Так, так, так. Так, так, так. Опа. Так, все в сторонку. И достаем робота. Нашего молодого человека. Робота. Да, робота. Так, это чуть его. Это его, значит, карточка. Тоже чего-то там это обозначает, видимо. Сила у него, заряд у него, энергия у него. Ну, короче, он крутой-крутой чувак. Так, это аннотация. Так, давайте мы сейчас его откроем. Ох, они запаковывают, конечно. Серия интересная, конечно. Очень хочется уже, наверное, на новых посмотреть. Серия, конечно, была интересная. В новых, конечно, мы очень хотим девочку. Девочка там просто красавица нереальная. Конечно, из новеньких в основном, как бы, у меня цель моя — это девочка. Опа, ой, прям развалился, развалился. Да, такой мачо развалился у нас. Так, что же мы на тебя еще не успели посмотреть, а ты уже развалился. Ну, что же это такое, а? Что же это происходит-то? Давай мы на тебя посмотрим, конечно. Это же не дело сразу. Взял и костюмчик-то снял. Он захотел чуть-чуть. Да, не надо снимать костюм. Так, давай мы поймем, как его тут одеть обратно. Хрен тоже надо, да? Да, сейчас, Маша. Сейчас мы ему вернем
обратно внешний вид, красивый, героический. Опять это что же Тарас костюм. И все, у него тоже очень красивый костюм. Давай не снимай костюм. Так, так, не раздевайся еще, сейчас мы на тебя посмотрим, какой ты красавец в костюме, герой наш. И тогда уже мы покажем тебя во всей красоте твоей. Так, ну что, вот, костюм тоже обалденный, просто у него такие прям, не знаю, такие прям молнии зеленые, и у него красивые такие крылья, мотор, он может летать, красивая прозрачная подошва, такие ботинки, он отливает зеленым. Костюм, конечно, у него очень красивый, очень прям красивый, мне прям вот нравится. Шикарный, конечно, мальчишка. Красота. И в полосочку, и прям вот во всей красоте. Очень красивый костюм. Так что можно теперь уже раздеваться. Теперь уже можешь снимать свой шлем без зазрения совести. Скажи, теперь пойдите с меня, вы снимите этот шлем. Так, вот такая красота. Так, шлем не слушается, снимай. А, нам же надо еще достать одежду. Вот давайте посмотрим, значит, в этом. Сейчас достанем его одежду. Так, все, здесь мы все достали. Вот такая у него одежда зелененькая. Крутые у него шорты, кофточка. О, у него есть книжка, Даша. Он очень умный молодой человек. Черная книжка. Да, очень... Умный мальчишечка. Ну, там видно золотое. Да. Красивая такая. Красивая, да. У него одежда очень красивая. Да, да. Такие красивые у него штаны. И не менее клевая у него кофточка. Дальше. Ой, ботинок. Ботинок есть на месте, не упал. Так, да. Ботиночки. Чуть я его. Книжечка. Вау, какая крутая. Книжечка у него интересная. Чем он, интересно, увлекается. И вот такая классная, яркая у него кружка. Так, все, мы забрали. Теперь можем спокойненько снимать с него его костюмчик. Костюмчик красивый, можем ставить на место туда, в его автомат. О, какие у него яркие носки зеленые, а, обалдеть можно. Мы еще не все сняли. Да, не все еще сняли машину, мы сейчас снимем все, конечно, ему. Так, вот, так. Давай. Красота какая. Сейчас рассоединяем. Давай. Рассоединяем ручки. Освобождаем. И давай, наверное, мы что-то посмотрим. Вдруг он что-то будет делать водички. Так, набрали мы водички заново. И что? И ничего. Так, ничего у него не меняется, по-моему. Так, сейчас попробуем, может, он в холодной будет менять. В горячей ничего не происходит. Так, набрали мы теперь холодной водички. Ну, в холодной тоже ничего. Он ничего не делает. Он да. Не меняет ничего. Цвет. Ну, ничего, зато искупался парень. Чуть-чуть. После космоса, конечно, чего ж нет. Так, парня мы искупали, смыли мы его космическую пыль и будем его одевать. Такой красавец у нас, ничего он не меняет, цвет он не меняет, ничего он не делает. Но это не умиляет его достоинств, он красавец. И он герой, конечно, космический рейнджер. Очень красивые у него цвета, очень симпатичный молодой человек.
Такая у него книжечка, он явно начитанный. Что же он там читает? Body Monkey. Он такой красавчик. Ну, такие два у нас молодых человека. Очень красивые. Ой, ну прям я даже не знаю, как это мы без них жили все это время. Очень красивые. Что, может быть, нам и остальные надо? Ну, не знаю, может быть, я бы еще подумала Cool Cat взять. Он очень интересный такой. А, не знаю, ну, наверное, пожалуй, бы и все. И красного, ну, не знаю, как-то он мне... Гиргай, не знаю. Так, ну, вот эти мальчишки очень мне понравились, отличные. Прям вот такие какие-то они, прям интересные, позитивные такие мальчишки. Видно, что они супергерои, самые крутые мальчишки в космосе. Они выполняют самые сложные задачи. И спасают мир. Так, вот такие поближе мы вам покажем этих мальчишек. Костюмы красивые очень у них, космические. И сами они очень красивые. Они вернулись на Землю, переодели свое обмундирование. И уже вот уже прям как нормальные люди. Вот такие нам мальчишки попались. Надеюсь, вам они тоже понравились. Напишите в комментариях, какой ваш фаворит, и собирали ли вы эту коллекцию, и нравится ли вам новая коллекция героев Аркады, кого бы вы, может быть, хотели приобрести из этой коллекции. Маша, тебе какой мальчик больше понравился? Зеленый. Зеленый уже понравился? Ну, отлично. Вот такие красавцы. А мы с вами прощаемся. До новых встреч совсем-совсем скоро. Всем пока. Подписывайтесь, не забывайте нас в Инстаграме и не забудьте поставить нам лайк. Да. Всем пока. Всем пока.